Как понять, что наступила осень? Осенью холодно, а весной тепло. Жарко летом. Но зимой-то холодно. Еще травка желтая становится. Когда она пожелтела, это значит, что она не может вырабатывать кислород. Она же может, потому что солнца нету. Солнце ведь позднее к нам приходит. А скоро вообще не будет приходить, потому что уже лето прошло. Холодно, дождик. Летом он теплый, а осенью холодный. Почти как снег. Это слишком грустно, дом надо сидеть. Когда заканчивается дождик, можно прыгать по лужам. Нет, нельзя, потому что сандалии намочатся и можно заболеть. Иногда прыгают по лужам в резиновых сапожках. Все, ветер. Ветер начинается, дождь начинается, все. Надо одевать куртку, шапку, штаны и кроссовки. Нужно капюшон одевать, чтобы на голову ничего не упало. Птицы улетают в теплые края. Они собираются в стаю и летят, чтобы им не было холодно. Можно понять по листочкам. Листья желтеют, потом высыхают, а потом падают. Листочки краснеют и начинают желтеть. Листики опадают. Не вот так. Падают. Они постепенно падают. Один листочек, второй листочек, третий листочек. Вот так ветер дует, и они опадают вот. Из них можно сделать какую-нибудь подделку, осенний букет. Есть много листьев, они шелушат, потому что их много. От деревьев опадают листья, потому что ему нечем питаться. Пора уже скидывать листья. Потому что деревья ложатся спать. И можно еще, если у тебя есть календарь, его можно повесить в тот день, когда сейчас идет дождь, вырастают овы, в огороде овощи, фрукты, в садике. И этот урожай все собирают. В ноябре бывает много всякого. Проявляются первые снеги.